Перед началом пленарного заседания его участники почтили минуты молчания память погибших в трагедии в Керчи. Затем официальный старт мероприятию дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В числе спикеров – уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин и другие. Специальным гостем стал киноактер и продюсер Стивен Сигал. Главная тема пленарного заседания – цифровая трансформация бизнеса. Глава Анапы Юрий Поляков рассказал, что сегодня совокупный оборот субъектов малого и среднего бизнеса курорта только за первое полугодие составил свыше 25 миллиардов рублей. У нас открыт центр поддержки предпринимательства, действует профильный совет, проводятся тематические круглые столы и семинары. Эти и другие меры поддержки создают благоприятные условия для развития предпринимательства, отметил Юрий Поляков.